Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей моего YouTube-канала про установление. Автомобили Ульяновского автозавода на европейском рынке не такая уж и редкость. Например, этот советский внедорожник УАЗ-469 образца 1984 года выпуска продают в одном из пригородов Италии. Этот советский внедорожник для своих лет выглядит даже солидно, но назвать его полностью оригинальным нельзя, ведь сейчас под капотом совсем другой двигатель, который значительно отличается от нам всем привычных. Все мы знаем, что УАЗики комплектовались бензиновым двигателем 2,5 литра, 77 лошадиных сил. В Европе старались такие двигатели сразу же заменить. Например, в Италии этим занимались ателье братьев Мартирелли. Они даже считались официальным импортером автомобиля в стране. У этого экземпляра под капотом дизельный двигатель 65 лошадиных сил. Какой конкретно мотор установлен, неизвестно, но работает он в паре с родной механической коробкой передач. Пробег незначительный, всего 1500 километров. Салон в потрясающем состоянии, тканевый салон выглядит совершенно новым. Этот дизельный УАЗ-469 1984 года выпуска продают за практически 20 тысяч евро или 1 миллион 800 тысяч рублей. Дороговато, конечно, но когда эта цена останавливала настоящих ценителей? И тот факт неналичия родного оригинального мотора не должен останавливать покупателя. На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!